Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсе 12. Всего одна программа вышла в эфир, а проект «Похудела» уже наделал в Кирове много шума. Телезрители узнали истории всех героев проекта, у некоторых даже появились первые фанаты и болельщики. Пока зрители ждут новых испытаний для участников и очередного взвешивания, в спортивных залах идет серьезная работа над собой. Но худеть герои проекта будут не только с помощью физических упражнений и правильного питания. Неожиданно для всех в проекте появился 13-й участник. Вес Юлии Смирновой на кастинге составлял 107 килограммов, девушке всего 20 лет, и за последние два года она набрала почти 50 килограммов. Помогать худеть ей будут в салоне красоты под наблюдением врача. Ходить на процедуры Юлия будет несколько раз в неделю, так же, как и другие участники, ходят в спортзал. Только вместо тренажеров, гантелей, мячей, ультразвуковые аппараты, массажи и косметологические процедуры. При том, что никаких диет и ограничений у 13-й участницы нет. Она уже видит результаты. По ночам я перестала вставать к холодильнику. Это просто... это что-то... У Юли нет возможности следить за работой и результатами основных участников проекта. Она не видит, как они работают в спортзале, не проходит с ними испытания и не принимает участие в еженедельном взвешивании. Об успехах своих соперников она узнает только после выхода очередной программы проекта. Напоминаем, что ближайший эфир 28 февраля в 20:00.